Всем привет, уважаемые зрители. Покажу, может, кто сталкивался с такой проблемой или вдруг столкнетесь, будете знать. Короче, ошибка по датчику давления на входе в турбину. Я вам потом по диагностике покажу эту ошибку. Сняли вот датчик, здесь он находится. Это 636 мотор. Все моторы с ажвиком имеют такой датчик. Смотрите, тут уже трубка не штатная, на хомуте стояла. Когда заводишь, газы отсюда вообще не идут, никакого потока нет. Ну и газу, когда даешь на педальку, нажимаешь тоже. Ничего отсюда не выходило. Поэтому надо очистить, решил прочистить. Берем шуруповерт, одеваем, вставляем тросик вот сюда в шуруповерт. Такой велосипедный. Я туда залил ВДшки, какой-нибудь любой смазки нормальной такой. Не сильно густой и не сильно жидкой, чтобы она там отъела. И начинаем вращать, крутить. Ой, хочу все показать, никак не сфокусируется. Вот, и что у нас тут, какая бяка. Сначала, ну, по-сухому пытался, не получалось. Туда забрызгал ВДшки. И вот мы сейчас пытаемся расковырять проходимость. Вот как сантехники канализационную трубу чистят тросом, так и мы здесь. Сейчас заведем, посмотрим, идут ли оттуда газы. Может, что и вылетит. Не идет ничего. Будем чистить дальше. Итак, короче, заливаем, шампурим под шомполом и ждем, пока начнет дуть. Слова, говорит, не знала. Баба Гора, блядь. Купила порося. Вот. Сейчас сниму. Смотрите, еще керосинчиком я чищу. Подливаю туда чистый керосин. Вот. И все проволочками туда. Все, начал уходить. Тоже вообще не шел. Никакого движения не было. То, что там в турбину оно попадет, ничего страшного, выгорит. Растворится. Попадет в сажевик, и все будет нормально. То, что проходимость появилась, это уже плюс. Тут, ну, час, может, даже больше я возился, шампурил. Сейчас заведем, посмотрим. Уже даже дымок должен идти. О, какие у меня руки после этой всей процедуры. Но зато будет уже результат, я думаю, достигнут. Заводим. О, видите, это выгорает. Ну, газы пошли, дымок идет, и напор газов есть. Все, собираем обратно, стираем ошибку. Еще, друзья, использую вот такую присадку Intron Delube. Она смазывающая, именно для смазки, для того, чтобы у вас дольше служила топливная аппаратура, чтобы форсунки дольше служили, соответственно, ТНВД. Многие уже ее знают, давно используют, отмечаю, что тише работает при этом двигатель, когда вы ее добавляете. Я это тоже скажу. По дозировке я, значит, на 20 литров, то есть на канистру 6 миллилитров шприц беру и добавляю в пистолет и заправляю. Ну, тут вроде как бы производство Германии, ну, разные отзывы, не знаю, может, что конкуренты там писали, что этого завода нет, и адрес этот не пробивается, запись на драйве была. Но я вам скажу, хуже точно не будет. Это такая жирненькая смазывающая присадка, она вроде как там из каких-то жирных эфиров сделана, ну, вроде как натуральная, да. Вот почитайте здесь инструкцию, кому интересно, на паузу нажмете. На самом деле у нас топливо стало все Евро-5 качеством. Вот как тут правильно пишут, использование низкосернистого дизельного топлива Евро-4, Евро-5 и выше приводит к существенному сокращению вредных выхлопов, это да. Однако еще такое побочное действие есть, это негативно влияет на работу насосов, потому что сера... Некоторые вот, и со мной кто-то спорил и доказывал, что сера не влияет. Да это уже научные работы проводились, это всем известно, что чем больше серы, вот Мурзик тут пришел мне, как всегда, помочь, чем больше
Сера в топливе, соответственно, лучше смазывающие способности. Поэтому я не то, что рекомендую, это все на ваше усмотрение, но можно использовать и добавлять в топливо вот такую присадочку Интрон. Есть очень хорошее видео на канале Partbox в Ютубе, украинский блогер, который именно делал тесты, испытания по смазывающей способности ее на пятно трения, по-моему, так называется. Там машинка трения у него была, шарик, и он добавлял присадку, без присадки и существенно снижалось трение и износ этого вот шарика, который является лабораторным образцом. Поэтому, ну, я могу с уверенностью сказать, что присадка неплохая, ее можно смело использовать. Мы в чате вот делимся, выслал мне ее, кстати, Константин из России, большое ему спасибо. Я буду там отливать себе и отправлять остальное подписчикам. Будем там делиться уже в телеграм-чате между собой.